Хорошо, теперь к силе Сибири, а то не успеем. Правильно понимаю, что Москва строит очень дорогостоящий газопровод в Китай, не подписав никаких юридических обязывающих соглашений с Пекином, лишь в надежде на то, что китайцы когда-то заплатят? Ну, действительно, один из членов правления, бывший руководитель «Газпрома-экспорта» Александр Медведев, признал в Южно-Сахалинске, что цена до сих пор остается неурегулированной с китайцами. Китайцы могли бы ее изменить в ту сторону и в другую сторону. И, значит, договоренности о цене, это контракта, значит, нет. То есть то, что они там подписали в Шанхае, это контрактом назвали очень условно для камуфляжа. На самом деле это очередной меморандум о взаимопонимании, и договоренности о цене придется добиваться еще в течение будущих переговоров. А те деньги, которые китайцы обещали Роснефти? Никакого нет решения по передаче этих денег. Это тоже было объявлено нашей стороной сначала, и никто это пока не подтвердил практически переводом каких-то денег. А почему так? Ну, а китайцам, в принципе, не нужен этот газ. То есть мы вот 10 лет подряд их уговаривали, возьмите, 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 возьмите. Он не нужен. Вот недавно был семинар, на котором предъявлялись прогнозы экспертов BP о том, сколько Китаю, как Китай протянет. И когда посмотреть на эти прогнозы, Китай вполне удовлетворяет свои потребности до 2035 года за счет импорта газа из Средней Азии по своему собственному газопроводу и частично со своих собственных промыслов. Добычи и плюс к этому с жиженным природным газом. Если Китай возьмет сколько-то газа для своих северо-восточных регионов из России, то это будет не больше 30 миллиардов кубометров в год, и то по той цене, которую назначит Китай, поскольку он будет для этой гигантской инфраструктуры, для этой трубы единственным покупателем. А, Михаил Ильич, вы понимаете, что вы говорите сейчас очень неприятные вещи и, может быть, даже страшные? Вот мы сейчас в ситуации, в которой находимся, очень сильно рассчитываем на Китай, в том числе и по поводу привлечения оттуда кредитных ресурсов. Но не дают они кредита на то, чтобы построить вот эту самую трубу. И трубу, Я уже не только о трубе. Если вот отталкиваться от трубы и говорить о возможных наших, возможно, нашем содействии каком-то и содействии китайцев нам вот помощи вот в текущей ситуации. Ну, посмотрите, китайцы по нефти как там помогли. Они почти 70 миллиардов долларов одолжили Роснефти на то, чтобы она приобретала какие-то активы. Но это деньги, это плата за будущую нефть. То есть Роснефть им фактически продала ту нефть, которую она не только не добыла еще, но в течение многих лет вперед, но еще даже не разведала в некоторых месторождениях. То есть китайцы, владельцы нефти у Роснефти. Вот не получилось бы так с газом. Мы ждем от них предоплаты за этот газ, который мы еще не добыли, месторождение еще не разработали, трубу еще не построили. Да, не получилось бы так с газом, и вообще не получилось бы с китайцами так, как с газом. Ну вот есть опасения. Михаил Иванович, я благодарю вас. В любом случае, желаю вам хороших выходных. Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании «Русайм», уже был у нас в гостях. Всегда рады вас видеть.